Кто это зайка? Покажи, Пополь. Давай. Покажите. Кто это зайчик? Принцесса Даша. Принцесса Даша? Ну, вот мамочка, можешь посмотреть. Прикольно. Что, солнышко? Даша милая. Милая? Принцесса Даша? Да ты у меня милая. Принцесса Василисочка. Да. Как сегодня круто на улице. Погодка шепчет. Да, Димуль? Тюма, зайчик, попрыгайчик. Пойдем. Зай, куда мы едем? Стрижку. Димке нужно подстричься. Мы тут вовсю готовимся ко дню рождения Василисочки. Я зайчик. Ты мой зайчик, попрыгайчик? Да. Не надо прыгать по лужам. А я зайчик. Ну-ка, скажи еще раз. Друзья, приветик, вас так много. Кто-то пишет, что в посылке лежит велосипед. Кто-то написал мотоцикл. Многие написали кукольный домик для Василисы. Вот, ну, это был второй вариант. Первый вариант написала девушка, она была первая. Она угадала, это действительно мы заказали кухню для Василисочки. Вот, подарили ей на ее день рождения. Кухня вообще офигенная. Я покажу, там есть и водичка в кухне, и свет, и микроволновка, и плита, и стиральная машина. Солнышко светит. Вот, и кукольный домик тоже мы заказали. На заказ мы все сделали. Это мы приехали всей семьей в атлет Внуково. Мы здесь недалеко живем. В общем, затарились, смотрите, этот себе купила новый тренч, курточку новенькую, сапожки. Перечислять дальше, Дим. Если перечисляю. Решила себя порадовать. У меня скоро день рождения. А то все детям, да детям. Так хоть себе тоже. Расстроилась, зайка. На тебе, киндер, не расстраивайся. Ты куда хотела пойти? Туда мы хотели, на детскую площадку пойти. Она закрыта до весны, доченька. Ну посмотри на меня, зай. Расскажи, что ты говоришь? Да, на горочке, да, на качельках. Моя зайка. Ну ладно, мы еще сюда приедем, хорошо? Да, я тебя поцелую. На новую, на другую? Ну пошли, пойдем, подойдем. Сколько компотиков. Прикольно. Зашли в кафешечку перекусить и погреться. Так замерзли, капец, да, Дима? Да. Там уже оливьешку принесли. Кстати, Димулька тоже заказал себе оливьешечку. Софийка, ты ложку взяла? Пустая ложка. Василек, ты снова свою картошку фри наяриваешь? Супчик куриный тебе еще заказала. Супчик будем кушать? Хорошо, умничка моя девочка любимая. Василиска супчик не стала кушать, вот я за ней доедаю, за дочей. Бу-бу-бу-бу.
Папа, открой глаза. Димуль, ну что у нас тут сегодня? Снова ушица? Какой аромат! Наконец-то у нас на кухне появилась большая кастрюля. Теперь мы можем в ней готовить борщи, щи, супы, ушицу на большую семью. Друзья, помимо кастрюли заказала нам целый набор посуды Астерия. У меня набор в цвете черный мрамор. Всегда хотела себе грильницу. Гляньте, какая она классная. Посмотрите, какое покрытие. А самое главное, приготовки ничего не приготовить. И готовить можно даже без масла. Посуда изготавливается в России. Кто хочет такой же набор, или, может быть, вы их предпочтете на свой вкус. Вот. Также у них посуда предоставлена в нескольких цветах. Все у них в наличии. Заказ собирают и доставляют очень оперативно. Всем советую. Вот блинница такая классная, прочная, качественная, удобная. Я считаю, что эта посуда станет незаменимым помощником на вашей кухне. Кастрюлька. Еще одна. Сотельник доставляет очень оперативно. Всем советую. Вот блинница такая классная, прочная, качественная, удобная. Я считаю, что эта посуда станет незаменимым помощником на вашей кухне. Кастрюлька, еще одна. Черная, тебе нравится черная? Да. Под что? Под штаны на тебе? Да. Подходит? Под твой лук? Не, подходит. Не подходит, да? Ну, иди другую возьми тогда. Давай. Какую ты сумку взяла, дочка? Розовую. Ага, красивая. Тебе идет. Идет. Ты теперь у меня точно леди. Принцесса прям. Леди? Да. Ага. У тебя копеечки же есть, да? Есть. Будешь туда складывать теперь в сумку, да, их? Да, а где? Могу найти. Не можешь найти? Ну, они у тебя там в кармашке денежки лежат. Надо еще кошелек тебе купить, да? Да, я потеряла. Кого потеряла? Денежки. Денежки потеряла? Ну, ничего страшного, папа тебе даст еще. Да. Тебе дать? Да. Сейчас дам тебе, достану. Могу. Я не хочу. Куда ты хочешь? На карусель, доченька? Да. Туда. Да. А ты мне про коллекцию расскажешь? Я не собачек. Хочу. На лошадку хочешь пойти покататься? Пошли на карусели прокатимся. Пойдем на карусели кататься. Пойдем на карусели кататься. Самолет летит. Вон. Так, мои катаются на лошадках. Василиске очень нравится, Василиска очень любит. Для нее карусели – это вся жизнь. А ваши дети любят кататься на карусели? Папа, открой глаза. Можно, доченька? Давай. Доченька меня красит, делает маме мейк. Ой, сладкая. Так, давай, я хочу розовые румяшки. Давай. И блеск, пожалуйста, тоже, и губки мне накрасить. Давай. Спасибо. И губки. Давай, и губки. Давай, котенок. Ты моя красотка. Ты же что, намазалась? Румяшки его накрасила, себе щетики. Мамочку мне. Давай. Как ты мамочку любишь?
сладкая девочка. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Спасибо, моя любовь. Я буду тебя оглянисывать. Мы вышли на прогулку. Василиска, что ты там купила? Что это у тебя? Мелочки. Что еще? И вот эти мелочки. А что там в коробочке у тебя в боксе? Коробки. Баба-ёшка. Баба-ёшка? Там же принцесса. Не, баба-ёшка. Откуда ты знаешь? Может, там принцесса Даша или принцесса Василиска? А там баба-ёшка. Ты баба-ёшку хочешь?